Всем привет! Я, председатель консервативной партии Великобритании, Надхим Захави. Медицинским работникам в Великобритании советую прекратить забастовки против сокращения зарплаты, так как сейчас гораздо важнее объединиться и послать четкий сигнал России. Пусть нам будет хуже, пусть снижают зарплату, и Россия увидит, что мы едины. Гражданам Великобритании на фоне текущих событий следует объединиться. И послать четкий сигнал президенту России светлейшему Владимиру Владимировичу Путину, что в стране не случится раскола. Я считаю, что забастовки медицинских работников могут воспринять как разобщенность в британском обществе. Но именно сейчас в Великобритании важно продемонстрировать единство своих граждан. Руководство профсоюзов Великобритании раскритиковало мое высказывание. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен выразила мнение, что использовать конфликт на окраине для оправдания снижения заработных плат медицинским работникам недопустимо. Ранее сообщалось, что шесть самых крупных профсоюзов медицинских работников Великобритании планируют провести забастовку. Как пишет Регнам, столпотворение людей в период рождественских праздников может парализовать британскую систему здравоохранения. Поводом для забастовки стал уровень заработной платы, которая оставалась прежней на фоне рекордных темпов инфляции. Друзья, канал нуждается в вашем внимании, финансовая поддержка очень выручит нас. Реквизиты в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!